Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Планы строительства проспекта Липатникова в Кирове получили поддержку Совета Федерации. Новая магистраль планируется от развязки на пересечении улиц Ивана Попова и Слободы Столбики до Радужного. Проспект Липатникова предполагают строить в рамках создания жилого микрорайона южнее Чистых прудов. Дорога должна стать дублером улицы Ленина. Проект представили членам Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местной самоуправлению и делам Севера в Совете Федерации в ходе Дней Кировской области. Сенаторы поддержали инициативу и рекомендовали проработать вопрос с компанией «Дом РФ». За 90 миллионов в больнице скорой медицинской помощи построят надземный переход. Аукцион на поиск подрядчика для возведения объекта появился на сайте госзакупок. Начальная цена 90 миллионов 439 тысяч рублей. Сейчас принимают заявки, срок до 1 июля. Победителя назовут 8 числа. Напомню, что также в регионе ведется строительство двух поликлиник в Нолинске и Кельмезе. В эфире «Экономика». Отдых на Черноморском побережье России подорожал для кировчан за месяц на 16,5%. Кировстат привел данные за май 2024 года. В сравнении с апрелем самый значительный рост цен в туризме на отечественных курортах Черноморья. На втором месте поездки в Турцию, рост на 11%. На третьем страны Закавказья, куда за месяц стало дороже уехать почти на 10%. А есть направления, которые стали дешевле. Это Объединенные Арабские Эмираты, минус 10%, и Юго-Восточная Азия, минус 6%. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».